находимся на чудесной выставке. Это выставка работы Рами Мейера, великолепного израильского художника, который вводит нас в мир столетней давности, 150-летней давности. Это горские евреи, это свадьбы, это проводы на службу в российскую армию. Слово «мудрость» – любимое понятие художника. Он очень часто его употребляет, и его работы проникнуты именно мудростью. Мудростью веков, мудрость вот этих седовласых старцев. Совершенно чудесная вот эта, например, работа, это его семья. И вы видите, что сделаны эти работы в духе старых фотографий. Это очень интересный момент, который использует автор. А старинные фотографии всегда имеют некоторое такое магическое значение. Они нас уводят вот туда, в те глубины. Оживают люди, которые когда-то любили, умирали. Вообще выставка, она подталкивает к размышлению о смысле жизни, о том, насколько мы в своей жизни близки к небу, близки к природе, близки к своим корням. Вот это самое главное, потому что вот такое исследование старой жизни горских евреев как раз говорит о том, что художник очень тонко и здорово чувствует, что же такое время и насколько нам нужно ценить каждую его минуту. Здесь представлена 31 работа, и живописная, и открытки, и резьба по дереву, и пластика. И я думаю, что вот такая выставка, она очень интересна. Мы делали много выставок за вот последние 30 лет, начиная с начала 90-х. Медали и монеты Израиля, выставка «Москва, Ташкент, Иерусалим», выставка, посвященная фотографиям Иерусалима. Но вот эта выставка какая-то особенная. Она очень человечна, она одновременно очень нежна. Я всех на нее приглашаю.